Есть много мест, где можно наблюдать за победителями. Но лишь одно, где победителем может стать каждый. Ставки на единоборство. 1x-ставка. Угол октагона. Ему 31 год. Рост 1 метр 63 сантиметра. Вес 62,5 килограмма. Из Куари, штат Амазонас, Бразилия. Представляет The Assis Gold Team. Он третий номер рейтинга ACA в легчайшем весе. Его рекорд 17 побед при 5 поражениях. Опасный ударник, идущий на серии из 4 побед. Джосел Силва! Его соперник – боец в красном углу. Ему 32 года. Рост 1 метр 70 сантиметров, вес 61,6 килограмма. Из Кабардино, Балкарии, города Нальчика. Восьмой номер рейтинга в легчайшем весе. Его рекорд – 12 побед при 5 поражениях. Ислам Мешев! Рефери в октагоне Максим Протасов. Ну что ж, Джосиэль Сильва против Ислама Мешева, Ислам Мешев против Джосиэль Сильвы. Поопытнее будет, чуть помладше на год, и разница в размахе рук присутствует на 5 сантиметров. Так, смотрим. Два тактика, два стратега у нас сейчас в клетке. Сейчас очень долго будут выискивать, скажем так, возможность, брешь. В обороне до первого удара. Вот первым разряжается все-таки Джосиэль Сильва. Я думаю, да, что... пока Ислам занял откровенно выжидательную позицию. Здесь очень близок уже был Сильва. Донес удар до цели. Сразу же покраснел нос. Да, очевидно. Это как лакмусовая бумажка. Тут не скроешь и не спрячешь это попадание, потому что сразу оно становится очевидным. Но Мешев, я думаю, долго тянуть не будет и полезет в борьбу. Не полезет, это нокаут! Нокаут уже на первой минуте, сумасшедшая победа. Как быстро подобрал дистанцию Джосиэль Сильва. И потом слева просто вырубил наглухо Ислама Мешева. У него все поражения в карьере были только вследствие судейских решений. Он пропускает вот такой удар. Просто сумасшедший удар от Джосиэля Сильвы. Вау! Сегодня бразильцы хороши. Рене Песо и Сильва, да? Что творят? То ли еще будет. И сразу же здесь появляется медицинская бригада. Будут, конечно же, оказывать помощь Исламу Мешеву. А ведь Сильва доводит свою серию до 5 побед подряд, между прочим. Просто невероятно. Продлился 44 секунды. Победу нокаутом одержал Джосиэль Сильва.